Давайте хорошо, о том, а до скольки лет интересует? Можно танцевать? До скольки? Да. Вот Плесецкая, она до скольки. Ну, Майя Михайловна, это мой педагог и наставник. И когда меня, знаете, люди спрашивают, какой самый ценный или бесценный урок мне дала Майя Михайловна, я точно скажу, что это не на репетициях, когда она передавала мне как первой российской балерине, вообще как первой балерине мира, имеющей право танцевать балет «Кармен Сюита», которое было написано Джорджем Бизе и ее мужем, соответственно, Родионом Щедриным. А самый урок был другой, самый ценный. Когда она приходила ко мне после этого в гримерную комнату и говорила: «Настя, ты не представляешь, что тебе придется хлебнуть в этом большом театре. Это же клубок целующихся змей». И вы знаете, я вот так назвала главу, одну из глав моей книги, которая как раз касается Большого театра. Это клубок, вторая, которая вышла, Это вторая книга, да. Я выпустила вторую книгу в том же издательском доме, АСТ. Мне было сложнее, конечно, ее писать. Угу. И год выходила эта книга. Но я записала еще аудиоверсию, чтобы моим голосом люди могли это все услышать, увидеть, узнать. И это ближе к читателю, к слушателю, чем просто чьим-то голосом записано.